Hi, всем всем добро. 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 Добро пожаловать в Far Cry 3. Просто просили пройти Far Cry 3, и я хотел тоже его пройти, так что будем проходить Far Cry 3. Вот, раз мы прошли уже Far Cry Primal. За моего младшего брата Райли и его пилотские удостоверения. Мою кредитку! Nice song. Пам 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 Думаете, что вы смертельны, да? Прыгайтесь с самолетов. Летайте, как птицы. Вы спятили? Клевая мобилка. Реально клевая. Так, что у нас здесь? Грант? И Джейсон. Из Калифорнии, да? А? Надеюсь, папа с мамой очень-очень любят вас. Ведь вы, детишки, с виду очень ценные. И это хорошо, я люблю ценные вещи. Прости, что ты сказал? Что ты сказал? Ты хочешь, чтобы я нарезал тебя, как твоего дружка? Заткнись, блядь! Окей? Только у меня здесь член. На меня смотри. Смотри мне в глаза. Эй! Урод! Смотри в глаза! Ты моя сучка! Я тут царь и бог! Заткнись, сука! А. Что такое, Джейсон? Джейсон, что не так? Почему ты не смеешься, как в небе? Больше не смешно? Я тебя не радую! Знаешь, смысл в том, что там ты думал, что у тебя есть шанс. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватил судьбу за вертлявую жопу. Ну, брат, тут внизу. Облом. Тут внизу. Облом. Ну, ладно, я спокоен. Я расслаблен. И ты, и я, и твой крутой брат. Повеселимся, пока ждем деньги. Перестань пугать заложников. Выйди и разберись с возвратами. Я надеюсь, что вы, овцы, прикольнее, чем ваши друзья. Та-дам. Пока. Приятного отдыха. Вот так вот попались мы. Надеюсь, да, он не пропустит. Я просто хочу убрать игровой процесс и субтитры. Это что такое? Это субтитры, что ли? What the fuck? А, или сейчас попробую найти. Так, все, я выключил субтитры. А, сейчас еще одну вещь надо. Вот. Тихо, тихо, не ори. Ранен? На. Вроде нет. Надо найти других. Как? Сейчас. Позови. Что? Охрану. Давай. Эй, сюда! Ты чё? Заткнулись быстро, оба! Ой-ой. Откуда? Ой-ой. Охренеть, он мертв. Нет, а потом вы меня видеть не будете. А, сейчас другой свет включить. Game Boy. За мной.
Слушайте, мне в глаза светит неудобно смотреть на экран. Так, по крайней мере, нормально будет. Так, следуйте за этим чуваком. Окей, погнали. Изи побег. Странно, что они нас не видят. Я смог его задушить, интересно? Взял бы автомат. А ничего себе, они походу тут не одних. Нас тырят. О, а мне ножик. Чувак, мы спалились. Так, на Т. Чё, ну ты бояка, конечно, что-то. Бац, и сюрприз. ФПС какой-то у меня нестабильный, я не знаю почему. Может, у меня что-то включено? Сейчас проверю. Не знаю. Чем он окружает мой компьютер? Это странно. Ладно, я оптимальный спустил на очень высокий, что типа нормас было. Но сейчас, по крайней мере, стабильно. Что? Нас спалили, что ли? Ничего себе. Да тут вообще возможно сделать так, что нас спалили? Я в кусты ушел. Ну ничего себе. Момент, срезали. Рваться тихо. Чё, хватит в шок впадать.
спрячься в кусты. Самое лучшее. Конопля. Что такое было? Смотри, и тут приседает FPS, когда я делаю скриншот. Это что за фигня такая? Как-то странно. О, мышка Майкла Джексона. Ха, прикольно. Вон, походку мышка делала, пупеть. Чё? Я опять вернулся. Я не знаю, что это было, но мне пришлось проходить всю игру заново. Но, по крайней мере, сейчас я смотрю, игра идет немного стабильнее, чем в прошлый раз. Я не знаю, почему. Я нужен, наверное, его запустил просто с от имени администратора. Вот, наверное, из-за этого у меня и немножко лучше и пошло все. А так это не факт. Вот реально. Я даже не понял, почему у меня вылетело. Это было неожиданно. Я просто жму кнопку вперед. Наконец, контрольная точка купить. Где мы? Не надо было прыгать наугад. Я обещал отцу, что пригляжу за вами. Тут есть где Релли? Мы с тобой найдем его и освободим остальных, а потом домой. Беги! Got to go fast, man! Смотреть назад лучше не надо. Просто беги. Just run, man! Just run! Беги, просто... Давай, спускайся с горки. Все нормас. Да. Все хорошо. 10 часов спустя. Беги, Вася. Скорость в джунглях. Какое? Я даже не скрылся. Да ну, Шерлок. Нас еще не спали. А, не все. Вертолет спалил. Петь. Медведи. Чак, ну ты попал, конечно. Медведи нашли. Давай, ну беги ты. Ну ты их не найдешь. Не, они уже не живы. Да вертолета. Ты от вертолета не скроешься. Возьми нож. Нож возьми, да ладно. Я бы нож бы взял бы, если честно. Если я был бы в такой ситуации, бы взял бы нож. Oh shit, man. Oh my god, you fucked up. О, да. Лучше ты воду бы сразу спрыгнул бы. Чувак, ну,
Ubisoft представляет. Ну, наконец-то. Наконец-то представили. Ubisoft. Вот, Монтреал. Монтреал. Очень много компаний в этом Монтреале. Игровых. What the fuck? Far Cry 3. Yes. Я еще ни разу ее не проходил. Я играл, но не проходил еще ни разу. Наверное, вот эту первую миссию я проходил. Нет, я даже первую миссию особо не проходил, так что. Вот. Начало. Вот это начало я, наверное, проходил. Раз. Два, возможно. А потом я дальше не играл особо, я не знаю почему. Здесь выполнил, да ничего себе, спасибо. Сейчас FPS не приседает при скриншотах. А может приседает, просто его не заметил. Что за черт? Плавать в бурю храбрость, но загорать на пляже с пиратами безумие. Ты вправе забрать мою жизнь, но и я вправе забрать твою. Джейсон. Бангау. Лаба-лаба. Цапля, акула и паук. Я знаю, кто ты, Джейсон. Ты воин. А Татау позволит тебе раскрыть твою суть. Да? Слушай, мой старший брат убит. Мне надо найти младшего брата и еще нескольких друзей. Идем. Ты мне поможешь? Тебе не понадобится ничья помощь. Джейсон, я освобожу тебя. Ну, да. Как и вправили, будем всех разносить одиночку. Куда это? Одиночку. Я нашел тебя на берегу. Нашел в деревне Манаки. Красиво тут, а? Мне ФПС приседает в вашем городе. Саламат, Тангахари! Я привел сюда Джейсона Броди, человека, который сбежал из лагеря Баса. Твой побег – знак того, что расклад сил поменялся. Нашим людям нужны добрые вести. Так, это твой народ? Остров призывает сильнейших. Он призвал меня. Трахиат, жители острова, приняли меня. И я стал членом их племени. Симпатичная, правда? Красивая, даже очень. Я мог бы выбрать любой из них. Душа принадлежит одной. Вот. Деньги на оружие. Чё? Ты же хочешь спасти брата, да? Я раньше ни в кого не стрелял. Как там говорят в Америке? Все когда-то бывает в первый раз. Окей, let's go. Покупать пушку. А, мне только один пистолет можешь купить. Let's go. А если могу и другие пушки купить. У меня 0 долларов. Включаю радиовышки. Если не включишь, я не смогу заказать снаряжение из дальних деревень. А там, поверь, есть первоклассная снаряга для тебя. Ну хорошо, вышки так вышки. Пойдем.
Не, председатель, я подсказал скриншоты. От острова. Ты должен узнать землю. Надо знать, где ты стоишь. Да. Вышки нужны Васу. Это я школьник, конечно. Чтобы видеть карту острова и своих людей. Шифраторы блокируют доступ. Нашим людям эти устройства ни к чему. Но ты можешь получить из них ценную информацию. Да, шифратор наверху. Каждая вышка покрывает какой-то район. Заберись на все вышки и откроешь всю карту. Ладно. А, такая у нас карта есть, мы ее сегодня откроем, окей. У нас пистолет. Ну куда мне идти? Тут даже дорога не нарисована. Ну, по крайней мере, нарисована. Наверное, это радиовышка. Угу. Раз. Как мне забирала? Тут тропинка есть? Да, все-таки плохо без карты. Там оно сегодня открыто. Мне надо будет залезть туда, что ли? Ой, у нас же вижена нету такого. Ой, змея. Чё? А. Чё тут вышки? Что, на волоске висят все. А, тут невысоко. Так. Ну, бегает. Опа. Ой, теперь с красным зелененько превратилось. Это походу боеприпасы. Тут какая-то башня. А тут у нас походу лодки. Должны быть. Ой, я потом могу спуститься? Могу. Прикольно. Удачно. Отлично. Покажи карту. Да. Видишь, все, что тебе нужно знать, было открыто радиовышкой. Лавки, приключения, остров зовет тебя. И, как ты, Джейсон, торговцы не местные. Они используют радиовышки в работе. Они дадут тебе оружие за каждую свободную вышку. Воин охотится. Так и издавна заведено. Вот карта. Выбери угодья. Доверяй инстинктам. Общество научило проигрывать. Не природа. Здесь. Так, чтобы спасти друзей, нужно познать джунгли. Шкура зверя позволит тебе нести много снаряжения и оружия. Растения позволят создавать действенные лекарства, которые лечат и обостряют чувства. Иди. Вернешься ко мне, когда преуспеешь в джунглях. Что это значит? Что мне делать? Слушай инстинкты. Окей, мэр. Тут что-то есть. О, хэ. Мани. Могу сесть в эту ладу? Могу. Ха, прикольно. Погнали. Брум-брум. Прикольно. А тут листики уже нарисованы, кстати-ка. А, какая-то... А там мост. Мне казалось, что машина... Опа, на. Деньги.
Спасибо. Нету денег, обида. Ну только пистолет? Надо охотиться с пистолетом. Ладно. Найти растения и животных. Но каких? Кабаны не расставил ножа. А как и вот они, как зеленые ноги, окей. Так выглядит зеленая. Тут где-то ага, вот так выглядит красная, окей. Голубые, наверное, водятся, как и в праймере в воде. Окей. Вот там я и животные вижу. Тут немножко еще. Мяско! Давайте еще одного кабана. Тут на стене есть где-то. Какие синие листики выглядят-то? Их еще увидеть надо. Где второй кабан? Вот так вот. Триста метров. Кем можно перемещаться так, как и в праймере, в общем-то. О, где я спомню, у меня даже своя комнатка есть, попить. Магазин. Ладно. Только может я пушки какие-то могу уже купить еще. Дополнительные. Хай. Пистолет пулемета. Ладно. Ладно. Взять. О, у меня есть эта пушка. О, еще апгрейдить нужно. Если не включишь, я не смогу заказать снаряжение из дальних деревень. А там, поверь, есть первоклассная снаряга для тебя. Как могу эту пушку взять, интересно? У меня там автомат есть. СМ там или СК, СГМ, я не помню, что там было написано. Растения и животные у меня. Класс! Подчини природу своей воле. Я научу. Так, создание предмета. Теперь используй растения и приготовь снадобье. Готовить. Да, Джейс, ты можешь найти более сильные растения в лесах. При удаче. Теперь используй шкуры убитых животных, чтобы не стать вещей. Ремесло поможет носить больше оружия, денег, трофеев и снадобий. Да. И еще тактау на руке.
Знак того, что ты особенный. Что у тебя душа воина. Ты отправился по пути. Я покажу тебе, как добавлять их. Каждая татау означает навык. Ты можешь выбирать навыки в трех разных областях. Теперь я научу тебя захвату. Бесшовно убийство, наверное, будет полезно. Готово. Когда схожу навыком, ты станешь сильнее. Татау вырастет. Выбирай. Я. То есть могу тогда посмотреть, прокачаться еще. О, это будет прикольно. Хорошо, Джейсон. Татау. Эй, Филиппе, мы едем к аванпосту возле Аманаки. С нами американка. Приходи к нам. Что за черт? Лиза. О, черт. Нужно ее освободить. Иди, следуй. Give me my car. Так. Что за аванпост, куда забрали Лизу? Аванпосты — крепости на острове Рук. Пираты Васа из них контролируют окрестности. Значит, будем драться? Да, и не зря. Спасая твою подругу, мы убьем двух свиней одним камнем. Мы воюем с Васом. Отнятый у пиратов аванпост — это ключ к возвращению острова. Ракет получит новую точку. Местность станет безопаснее. Все смогут путешествовать быстрее. Ты получишь возможность улучшить свои навыки воина. Кто в грузовике? Воин Ракет. Те ракет, что живут в сердце острова. Татау даст им доверие. Слушай, я очень ценю твою помощь, но мне нужно спасти Лизу и друзей. И брата. Только так их можно спасти. Бежал из рабства. Ты выжил? Пора драться. Мы все одинаковы, Джейсон. Отличаются те, кто не действует. И это разница. Ладно, приступим. Как и ты. Я когда-то был чужаком. Ты не одинок, друг. Мы дождемся тебя, чтобы атаковать. А как менять оружие? Ты не сдал тебе Татау. Теперь ты должен драться. Ты можешь напасть быстро. Снять их на расстоянии. Или под кран. Убирай кран. Держать. А! Наконец-то мы показали как. Окей. Если поменять я не могу, да? То есть мне надо в магазине что-то поменять эти все вещи. Лиз. О. А этот куча. Ты херя на куча. Надо было взять резинку.
боже! Что это? А если бы видел бы и все. Гранаты, минуты слишком на раз. О, это наши, да? Это наш? Нет, кто? Враги. А. Понятно. Я своего пострелил. Окей. Ну, надо как-то по-другому-то работать. Теперь ты должен драться. Тёр, ты можешь напасть быстро. Я их на расстоянии. Пойдём по стелсу, народ. Лиза, я иду. А стоп, что? Во. Собака, 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 лечись. А ну-ка лечись, води в дом нельзя. Так, вот они. Может, что, попадешь наконец-то? Все? Нормально. Не, их все-таки тут не так уж и много. Но теперь есть АК. Это самое важное. В смысле, мы только что там были. Вот так вот, ну, чувак. Носить Татау. Достоин идти по пути воина. Мы нашли твоего друга в доме колониста. Доктор Эрхард на западе. Не бойся, там безопасно. Доктор тебя ждет. На западе? А он не сказал кого? Нет, но мы будем искать дальше остальные. Узнаем еще, что вызову тебя. Okay. Не убивай, Джейсон. Ты понравился племени. Правда, миллионер. Как может тут понравиться? Окей. Ну боже, я тут пособираю деньги. А, эй. Гранаты и деньги. Еще деньги. Патрончики и еще деньги. Сколько это фигня? Путь охотника. Вот за головами. Ну, давайте путь охотника сделаем. И как это делается? Сайд-квест, да? Надо идти туда. Столько всего. Просто не могу.
Что сдолбали? Так. Вот это его просто. К 47. Все, спасибо за АК. Я знал, что у меня АК. Все, идите в попу, я не буду больше читать. 34 штука. Надо было машину взять. Боже мой, сколько всего. Гоночная лига, да ничего себе. И что у нас тут было найти, я забыл. Там тигра был нарисован какой-то. А, ничего себе. Бешеные псы. Музыка. Не можем музыку вырубить, да? Ай. Ай. Эй. Так. Изи. Что за пушки, народ? Никто не знает. Ничего мне не покажут, обида. What the fuck? Почему ты покажешь, что тут есть какие-то клады или что это такое? А тут, правда, ничего нет. Что за обман? А куда нам тут по сюжету идти? Это что такое? Что это территория, ё-моё? А, сюда меня садить по квесту, окей. Давайте попробуем вот это сделать, охота за головами. Все равно сейчас дальше не пойдем по сюжету. Посмотрим, что тут за задание и всякое такое. Что-то где-то дробовики, штурмовые винтовочки есть. Вот так это делать, окей. О, прикол. Ха. Красить АК может прикольно. А как-то навыки смотреть на букву И. Или просто навыки. Просто навыки, окей. Шкура свиньи. Окей. То есть это все надо, можно делать. И надо, и можно. Просто чехол, рюкзаки. Да уж.
Ты сам просто идти и иногда на животных просто охотиться. И все. Поехали на машине. Там немало. Чё? В смысле? Я только разошёлся тут. А, ничего себе. Понятно. То есть это надо бешеным убийством убить? Ну? Сложнее, чем я думал. Меня тошнит от этого места! Весь чертов остров может катиться в ад! Ай-яй-яй-яй, лечись. Фак. Я хотел бы в рукопашку завалить, но что-то это не получилось. А можно как-то попробовать по стелсу это сделать? Еще один есть. Так, их четверо. Тихо. А пупена. Нормас. Так. Класс. Динушки лежат. Все. Прекрасно. Что, по стелсу получилось его завалить? Это нормально. Так, где у нас там? Это наша вышка, да? Окей, тут гонки есть какие-то. Собаки, свиньи. А свиньи нужны. Тут акулы. Конечно, глюканы тут нарисованы плюс вообще. Так, а вот за головами еще одна. Припас. Все, можно сходить. Сейчас отрепортируемся, пойдем с вами посмотрим. Просто посмотрим. Поделайте задание, нам просто деньги нужны, наверное. Я не знаю. Если правда, я вообще без понятия, нужны нам эти деньги или нет. Дело, что наши персонажи во все, ну, в Праймале и тут наши персонажи, они гибербыстрые.
Погнали. Плюс секс пидаю, так что вообще нормас. Ага, ну я понял, что это такое. Учитывая, что я не умею ездить на местных машинах, это будет сложно. Плюс я ничего не вижу. Я вообще не вижу, что происходит. Так что, вот. Вот бы все водили так же быстро, как и ты. Если я бы видел бы, лучше бы водил бы. Это вообще ничего не понял, что произошло. Что там? Что это за место такое? Это наша следующая цель. Господи. Так, смотрим, спущусь ли я так, как я спускаюсь в других играх. Ну, во многих играх. Там тоже что-то есть, даже не знаю, что это. На карте это даже не отмечено ничем. Просто здание. А, глупо, нападем туда. Че нет-то? По дорогам, наверное, нет смысла ходить, потому что тут они могут кататься. А если не кататься, то крест. А, F5 не сохранение? В смысле? Обида. Кстати, нам деньги уже не нужны, потому что у нас полный кошель. Ну чё? Каковы наши эти? Жара. Их вряд ли тут трое. То их может быть пятеро Изи. Вот это я, конечно, их. О, там кто-то ехал. Это наши, надеюсь. Сейчас враги приедут, я такой, опа. Я тут это. Всех ваших завалил. О, очки навыков. А сколько тут надо? Так. Так, ну это тоже полезно. Вот это будет полезно. Это будет вообще зашибись. Ага, завершать миссию надо. Давайте вот это тоже сделаем. Просто тут по стрельбе всякое такое-то тема будет. С
Столько вещей я просто не могу. Они, это запутано. В праймере было все понятно, народ. Вот реально. Намного понятнее, чем тут. Смотрите в оба. Никто не должен отбить у нас аванпост. А тут немножко все запутано, вот честно говорю. Карта памяти. Чего? Не знаю, что эта карта памяти нам сделала. Возможно, открыла клады, но... Клады новые? Клады. Тут одно испытание. Мне надо сюда съездить. Давайте съездим и закончим серию. Там просто поросята. Мне поросята нужны, потому что кошелечек у меня полненький. Вообще неудобно водить. А тут можно? Поросята. Зарежу, слушай. Зарежу. На шашлык пущу. О, можно изготовить предмет. О, зашибись. А где поросята? Скажи, что поросята должны быть. А где поросята? Кабанчики, пойми, фиг пойми кто. Че это? Бочка. What the fuck? Где? Поросят, видели, народ? Написано тут. Где именно тут не написано. Надо поговорить. Эй, ты! Машина сломалась! Не почините! Поросята! Много поросят! Куча поросят! Кабан!
Поросята. Нет, поросят заварил. Вот так вот. Создание предметов. Бумажники. Точно. Окей. Олень. Кабана, две штуки надо, ничего себе. Откуда? Я же одну собрал, почему написано, что ноль. Собаки. Топир какой-то. Карта памяти. Ладно. Ну что ж, народ, вот такая у нас игра. Наверное, будем проходить, чего нет-то. Такая же изи, как и это. Primal. Хотя я чувствую, на босса будем умирать. Хотя тут автоматы, тут все легче будет. Так что вот, все. Всем пока.